какое-то сборище в этом гареме было. Она такая, ой, ты, говорят, так танцуешь? Привет, девочки, мальчики. Аляулю. Мы опять... Ой, это я. Сука. Какой я гад, да? Укилайп. Привет, привет. Ой. Не, воздух не испортил. Не, нема. Просто не испортил. Ой, начинается это. Алло, алло. Мой, мой, поле, поле. Здрасте. Кто это у нас? Зоя. Здрасте, Зоя. Зинаида. Зина, 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 Зина. Чё такая красота у нас. Ребят. Хожу по парку. Смотрите. Рябина такая. Ну, там еще осталось. Не съели вот старую рябину. И теперь она не будет цвести, ребят. Надо было, короче, чтобы она цвела, короче, надо вот эти ягоды убрать. Но кто это будет делать? Правильно? Вот, закат у нас. Сейчас хочу показать вам. Черемухи пока нет тут. Не цветет она. А вот у нас рядом с домом, там цветет. По-моему, это тоже ягода. Нет. Если ягода, значит не будет. А, не, вон он цветет. Ребята, вон. Это цветущий. Пойдемте дальше. Просто надо прослюнять камеру. Господи, прости. Сейчас прослюняем. О, краски. Смотрите. Вот это вот, смотрите, ягода. Ой, не ягода, а это вот такая вот. Это называется слепушки. То есть вот такие вот слепы. Вот это как зацветет, ребят, как зацветет, будет очень красиво будет. Ой, ай-яй-яй-яй, травки сколько, смотрите, крапива хорошая. Красота. Вот такую травку можно кушать, девочки, мальчики. Вот, блин, вот смотри. И тут уже белокрылка, курва. Все, пойдемте. Тут еще клещей набираем. Наберем. Погуляем вот так вот. Надо по дорожкам ходить, а не по траве, ребят. Комары уже. Ну, конечно, оно тепло. Это белочка. Ой, короче, вот так вот. Давайте переключимся на камеру другую, на эту. Я по березовому лесу иду. Это у нас парк, девочки, мальчики. Поставьте лайки, будьте так любезны. Вы же не пишете мне, Зоя. Кар-кар. Надо у вороны спрашивать. Я ворона, я ворона.
Песня такая есть. Знаете? Не, я спеть-то я ее могу, конечно. Но что подумают люди? Правильно? Люди подумают, какой ты дурак. Ай-ю-ю, ай-ю-ю. Я не могу. Ай-ю-ю. Смотрите, луна светит просто вообще шикарно. Ну ничего не цветет. Если бы цвело, бы другое дело. Цветут цветы, и ты. Люди бегают. Я хожу. Ой, знаете, дома, конечно, весело я могу что-то рассказать, да? Там не работает. Кто это там? Роман, я привет. Хотела, кстати, тебе рассказать. Дома, да? Роман, привет. Во сколько лет раз ты? Ну, привет, Роман. Мы в парке. Еще березки такие. Красота. Лепота. Ближе. Ну, как всегда, моя прогулка, она по-разному у меня бывает, девочки, мальчики, ребята. Тут у нас эти растения продают. Саженцы, то есть. Вон там, по-моему, баданчик. Бадан. Вот тут вот, если хотите, там, например, груши продают, вот эти растения, можно купить. Все просыпается. Да? Видишь, такой домик красивый. Пройдемся дальше. Я без тебя. Сейчас возле театра пройдемся. Вон папоротник там. Сейчас мы пройдемся. До фонтана пойдем. Короче, вот так вот. Ну, без шапки я это шапку не стал одевать. Думаю, ладно. Поди. Клещи-то не нападают. Вот у нас. 1 ноября будет. Ой. Моя звезда. Ну, слава богу, что связь есть тут. Музыка из 12 мая. Большой благотворительный концерт. Кто хочет, может. Будет спектакль, девочки, мальчики. Кто хочет зайти, пойти на спектакль 26 мая, 18:30, к нам. В Новосибирск. Ты, вот видите, концертный зал у нас. Вот еще тут. Это будет у нас 27 мая, 19:00. Вот. Ну, приезжие будут. Здравствуйте. И вот это вот тоже, ребят,
часы с кукушкой 25-го, а это 27-го, а это в июне. Надо купить билет тоже. Ну, наверное, 1000-2 будет стоить. Если первый ряд, то дорого. А если последний, нормально. Рублей 500. Вот это вот еще. Вот это тоже 18 будет сентября. Можете сходить. Вот. Ульяна Чемкинова, Наталья Лышкина, Алексей Васильев. Вот где-то вот, я не знаю, по-моему, это наш старый дом. Вот, можно сходить, короче. Это наша башня. Девочки, мальчики, можете писать. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Сейчас мы ближе к этому. Ближе к этому. Тут раньше трамваи ходили. В советское время. Когда СССР был. А сейчас только троллейбусы здесь. Тыры-пыры. Привет. Привет, привет. Привет. Сейчас дорогу перейдем. Привет, привет. Привет, Бригина. Ай, я. По дороге мостовой. Пыры-пыры. Пыры-пыры. Пойдемте к фонтану. Педикюр, маникюр. Ай-яй-яй. Я вчера тут приходил. Да, девочки, мальчики. Пойдем к фонтану. Ближе к фонтану мы идем. Ой. Короче, мы там к фонтану подойдем. Покажу фонтанчик вам. Немножко печально. Най-най-най-най-най. Круй-мру. Сквер с сибирским писателем, девочки. Мальчики. Да. Я понятия не имею, какие у них на завтра планы, поэтому... Вот, давайте покажу. Кареглазка, здравствуйте. Кареглазка. Здравствуй. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте всем. Привет. Как у вас дела? Кареглазка. Как у вас дела? Чем вы занимаетесь? Шум. Шум с фонтана. На-ли-на-на-на-на-на. Красота. Потихоньку. Ничего, нормально. Это уже хорошо. Я недавно начал опять делать стримы на Уфлайве. Привет. Татьяна, здравствуй. Владимир, здрасте. Как вам, Виталий? Ну, наверное... Холодная вода.
Купаться вредно, ребят. Вредно купаться. Пойдем к Васе. А то шумно. Шумно. Видите? Вот. Я вам немножко покажу. Городок. Девочки, мальчики. Кому городок? Ой, девки и мальчишки. Жизнь прекрасна. Сегодня мы так, завтра мы сяк, девочки, мальчики. Най-на-на-на-най-на-на-на-на-най. Да, ребятки? Сейчас мы... Там авария, что ли, случилась? Чешу. Это что? Аня будет разве. Хотел сказать. Погибли, наверное. Да и нет. Не погибли. Точно авария. Ёпти мать. Мы как всегда. На-н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 а. Три татушки, три тата. У нас эти сумки, аксессуары. Да, там у нас это. Это моя машина. Ой. А чё я это? Хотел показать свою машину. Вон она. Надо это. В столовую зайти. Сейчас дорожку перейду. Бабка старая пошла. Это я вот хожу. Так вот. Хожу. Ой. Давайте переключу, а то я мало лечу. Ой. Кареглазка. Чё там в нашем королевстве? А? Как у нас королевство? Короче, у нас ничего. Рассказывайте мне про королевство наше. А? У нас королевство постучак. Как одна говорила. Я стучу по столу. Ой, дорога перешли. Такие прям не могу. Там бабка старая, прости господи. Ай-ю-ю. Фиг пойму. Кофе надо, кофе. Это у нас тут и частный сектор. Еще пока не снесли. Вот за забором. Я пойду. Нервы свои устрою. Тут и гаражи. Частный сектор. Мультипульки. Короче говоря, вот так вот. Короче, вот так вот. Сейчас мы зайдем, потому что в магазин зайду. Будет очень... Купим это. Хотел кофе купить. Ой. Не могу. А чё? Сейчас это... У меня денежка была. Ой, девочки, мальчики. Пойдем сейчас. Тихо. Пойдем. Кофе там. Работает. Сейчас, подожди-ка. А что у нас? Поставил. Подожди. Так, давай мне еще это капучино. Ну ладно. Сейчас, так. Сейчас, подожди, карточку достану.
так вкусно. Ладно, ладно. Латы. Спасибо. Извините. Сейчас подождите, карточку поставлю. Привет, привет. Это закрыли. Девочки, мальчики. А, там закрыто. Короче, там закрыли. Это там рыбный магазин. О-о-о. Обалдеть. Девочки, мальчики. Девочки и мальчики. Что нам делать? Вот, пошли дальше. Хоть, конечно, не урезаться. Так смотрит на меня, как будто я что-то кого-то это прикончил. А на самом деле никого не убивал. Вот такие люди. Ну, если, например, человека увидели, да, камеру такую... Снимает, да? Снимает видео, стримы ведет. У нас же еще никто не подумал же, да? Не думает об этом, да? Красиво, да? Красиво. Будь спокойно. Ой. Были мы в Актау. Девочки, мальчики, в Актау были. Красивые бедра. Ой. Ути-пути. Фигути-мугути. Я туда-сюда. Курлы-мурлы. Видите, как у нас. Кто-то делает зарядочку. Что-то я... Давайте. Сейчас, подожди, переключу камеру. Ой. Тихо, тихо. Ой. Видите? Делает
зарядку, мальчик. А мы не делаем. Мы идем и кофе пьем. Видите, раньше мы тут в кино ходили, когда я маленький был. Знаете, рубль нам, давали, мамка давала мне рубль, на неделю давала рубль, и это, или на месяц, по-моему, когда была продленная группа, продленка вот такая вот, да, она это, мы тут ходили в кино, там, тырым-пырым, раступырым, понимаете? Ой, мы прям вот, ходили. Вот так вот. Это было что-то. Ой, девчонки, мальчишки, их родители. Ну-ка, я дай-ка переключу носом. Переключаю носом. Ой, я уже привык делать стримы. Ой, никого сзади нету. Ну-ка. Я иногда вот так раз, смотрю. Молодец. Ой. Опять тут музыка, херузыка. Мне же надо добавить. Вот включат этот свой. Ерунду. Знаете, я вот обо всем рассказываю. Кстати, подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен. Если кто хочет. Я потом ссылку сюда вставлю. Да. Обязательно подписывайтесь. Обязательно. Яндекс.Дзен — это все красота. Мне надо там 100 подписчиков, господи, блин. А всего только их там 16. Я не только... Я что хочу сказать? Я там в Одноклассниках, да? В Уклаве. Деньги не заработаешь. А чё эти оки вот эти? Там некоторые эти, лотерейки делают. Лотереечки. Мы уж гуляем. Да. Так что, девочки, мальчики, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Там мы будем зарабатывать бабки. Девочки, мальчики, не мы, а вы, конечно. Ой. Так, ой. Как одна говорила, не вы, а мы. Ой, приветочки, конфеточки, здравствуйте. Мы, не вы, я. Ой. Боже мой, подожди-ка, фиг с тобой, Ой, хотел посмотреть чувака, он на елке-палке спрятался, Маркиз Иванович. Я как этот, девочки-мальчики. Я вот, подбираю слово, не знаю, какое слово подобрать. Проще. Где бы сесть? Где бы скамейку найти? Бабушка рядышком с дедушкой бежала. Привет.
Фух. Я его так вот. Интересно просто. Я потом в следующий раз вам покажу, какой тут парк красивый, больше. Давайте переключу камеру. Камеру переключу, а то что, меня-то смотреть-то тоже нехорошо. Я что хочу сказать? Давайте подписывайтесь на это, на Яндекс Дзен. И будет у нас хорошо, девочки-мальчики. Деньги будем зарабатывать. Вы видите? Деньги будем зарабатывать. Это была в этом, лежала, стояла. В дупле, девочки-мальчики. Ой. Где-то я белку белую искал. Как говорила одна моя знакомая, пока белку ты ищешь, тебя будет это. Что там? Прости, Господи, по дорожке идем, белочку найдем. Пойдем. Там скамеечка есть. Мы на скамеечку сядем. И все, девочки, мальчики. Будет отлично. Но пока еще это ничего не цветет в парке. Ну потому что тут еще прохладный парк. Пока прохладный. Ой, Артур. Артурчик. Короче. Мы сократим путь, девочки. Я вначале подумал, что это... Ой. По траве хожу. Вот. Привет, Серег, привет. Привет. Сейчас мы... А, это вот такое вот у нас растение. Привет, привет. Привет, ребят. Видите, сегодня закат такой. Давно не делал. Я со вчерашнего дня начал делать дальше эфиры. Ой. Ой, боже. Давай вот сюда поставим. Я хотел на речку сходить. Вот у нас такая тишина и покой. Так, ребята, у кого Яндекс Дзен есть, вы можете это подписаться. Сейчас подождите, ссылку сделаю. Ой, тихо, подожди-ка. О, подожди. Яндекс Дзен сейчас, подожди. Девочки, мальчики, найдем ссылку. Сейчас. Найдем ссылочку. Девочки, мальчики. Ребята, вот она ссылка на Яндекс.Дзен. Подписывайтесь. Мне надо там 100 подписчиков всего. Мы будем зарабатывать деньги. Девочки, мальчики, подписывайтесь туда. Тут-то ладно, просто сеансы связи. Кстати, девочки, мальчики, делайте это а-ля улю. Все уже, это выпили. Там закат вот красивый. Так, кто у нас под... Короче, Роман. Роман, вот. Короче, вот так вот. Хорошо. Смотрите. Ну, клещей пока тут
Не, обработали, все обработали. Парки обработали просто. Вон она, сорука. Сорука или галка. Понимаешь? Привет, привет. Здравствуйте. Элиста, здравствуйте. Короче, вот так вот. А что делать? Некоторые люди, которые вот... Ну, вот я хожу, да, по парку, там, да, по этим, аж смеются, ржут. Думают, ёлки-палки, дурачок с телефона вышел. Понимаешь? Дурачок с телефоном. А мне как-то по барабану, девочки-мальчики. Вот. Правильно? А я ловлю. Александр, здравствуйте. Каноников, Каноников. Пойдемте, наверное, туда. Вот я еще туда не водил вас. Не, там-то я зимой водил. Пойдем. Можно было бы на этом. Кто-то бегает. А я люблю. Девочки, я не пойму. Я тоже ржать хочу, девочки, мальчики. Николай Рук, здравствуйте. Я без тебя не могу. Все убегают. Мы просто с вами не знаем, с чего начать. Тут дорожки. Тут кладбище было. Было кладбище, стало не кладбище. Стал парк. На-на-на-на-на-на-на. О, девочки, мальчики, вот она. Вон она. Ворона, чешу. Вон она. Ворона. Сколько раз говорю? Надо все-таки в это. Выходить. Пораньше гулять. То, как говорится, у людей это... Кто-то работает, кто-то это... Кто-то что-то это делает тут, ребят. Кстати, девочки, мальчики, тут раньше кладбище было. Я уже 1000 раз говорил. Видите? Почему тут такие вот ямочки? Вот ямка-то. Короче, вот это вот ямочки такие. Вот они. Тут раньше кладбище было. И вот это вот все вот... Видите, это раньше могилы были тут. Вот. Раньше было. А теперь, ребят, тут просто парк. Но что хочу сказать, но тут, может быть, если родственников не было, конечно, если не было, то они тут где-то, может быть, еще и остались. Понимаете? Вот знаете, когда вот на... То есть в этом... Вот у нас деревня далеко-далеко. Ну, это, короче, от Бугатака там... От Бугатака 7 километров... Нет, или 9 километров, по-моему. Да. 9 километров, по-моему. Была деревня Казанск. И деревня Казанский. Ой, ну, деревня Казанский и деревня Самара. Да, поселок Самарский. Вот. Короче. Вот. И там, короче, деревня Казанский. Она, или поселок, можно так назвать. Она это, короче, не стала больше. То есть, ну, люди все уехали. Осталось только кладбище. Вот. Это давно там не было. Там тоже родные наши похоронены. Вот. Видите, травка? Вот эту травку можно кушать, девочки, мальчики. Вот эту травку можно... Как его? Снип трава? Ой, или...
семь трава. Ну, так, вот эту травку можно кушать. Если, например, ты в лесу, можешь вот эту травку чух-чух, сушить надо, ну, или кушать сразу. Ну, если хочешь. Так что голодным в лесу не будешь. Так, а сколько я с вами разговариваю, девочки, мальчики? Сколько времени-то? Девочки, мальчики. Ой, господи. 9 часов, девочки, мальчики. Надо идти домой. Надо домой идти. Да. 9. Тут-то елки. Елки-палки. О, смотри, что-то тут-то есть. Птичка, по-моему, вон. Чи не птичка? Или мне это кажется? Блин, если кажется, надо креститься. Не, это просто, это фигня. Ой. Сосенки. Пойдем сейчас это, курлы-мурлы. Ой. Вот так вот, девочки, мальчики. Где-то тут. Почему я гуляю один, девочки, мальчики? Я объясняю. Я люблю одиночество. Не знаю. Ну просто, знаете, если долго живешь один, да, то это ты в одиночество влюбленный. Конечно. Иногда. Вон она, луна, смотрите, луна. Кстати. Кстати. Про Чебурашку рассказывать не буду. Это уже история давнишняя. Без тебя. Интересно, а где это? Как ее там? Смотрите. Ага. Ребят, это скоро зацветет. Не, еще не зацветет. Может быть, зацветет, может быть, нет. Ну, пока нет. Не хочет цвести. Кристина Белая, здравствуйте. Помните это зимой, как я бегал тут? Бегал я по парку. Был снег. Я шел, короче, в пуховике. Ёлки-палки. В пуховике. Давайте переключу. Ой, переключу там еще дальше. Хочется мороженое тоже. Ну, блин, не буду я мороженое есть. Это очень, как говорится, потом заболеешь. Ангина будет. Неохота болеть, девочки, мальчики. Эти. Я любил тебя. Кстати. Девочки, мальчики, сейчас мы дойдем до фонтана, и я там отключусь. А то мне потом это... Ой, что она там клещей ищет в голове? Ну, правильно, в такой голове может и клещ это забуровить. Потом как потом искать-то, ёлки-палки? Правильно говорю? Одна говорила, я же блогер. Ой. Я же, мама дорогая, как Тайка говорила, стример. Идем к месяцу.
хорошо прям. Он, по-моему, вон та береза. А, не-не, это. Скоро розы зацветут, короче говоря. Вот так вот. Вот. Не, розы там пока еще не цветут. К фонтану подойдем и там уже на хорошей ноте закончим. Короче, кто там сзади идет? Тыры-тыры, растут-тыры. Курлы, смотрите, закаты такие вот. Короче, вот так вот, ребятки. Что, фотографировать нужно? И это наш фонтанчик. Он, конечно, чаще бывает. Видите? Я уже показывал вам, да? Каждый день буду показывать вам, пока лето. Вода холодная, скажу я вам. Я без тебя не могу иначе. Красота. Лепота. Тыры-тыры. Пыры-пыры. Ладно, пошли. Домой пойдем. На-на-на-на-на-на-на. Только. Вот. У нас по-разному люди. Мы самокаты. На самокатах, короче говоря. Сейчас до этого дойдем. До остановки. И все. Будет вот это моя машина, девочки, мальчики. Красивая такая. В аренду, девочки, мальчики, отдал. В аренду. И вон там вон моя машина. Такая красивая. Каждый день в ресторан Царскую охоту хожу. Шучу. Это вот метро наш. Все, милые мои. Давайте я, как обычно, я заканчиваю на этом видео. Ребят, Надежда, здравствуйте. Дохожу до своего, до остановочки. Да. Короче, ребят, всем вам спасибо, благодарю. Вот, кстати, что хотел показать еще. Давайте покажу. У нас такие вот эти самокаты есть. Можно взять на прокат и доехать, девочки, мальчики. 4 рубля минута стоит, по-моему. Раньше стоило 4 рубля. Вот. Ну, как-то я не знаю, как брать вот я. По этому, по коду, короче говоря. Там на телефон тебе приходит код. И ты это, тыры-пыры, растутыры, поехал дальше. Короче, ладно, я вот хотел показать. Вот, ладно. Все. Там троллейбус едет. Все, всем пока. Пока, милые друзья. До свидания.